С греческого острова Лесбос к берегам Турции, согласно договору между Анкарой и Брюсселем, отправился очередной корабль с мигрантами. На борту 45 выходцев из Пакистана. Высылку попытались остановить десятки протестующих. Некоторые даже бросались в холодную воду. Они были арестованы. А на острове Хиос, откуда сегодня вечером также будет проводиться высылка мигрантов, вспыхнули беспорядки. Полиции пришлось применить силы, чтобы разогнать около 200 беженцев, отказавшихся покидать стихийный палаточный лагерь. 3 человека получили ранения, более 30 задержаны.